Друзья, всем привет! Наконец-то наступил этот день. Сегодня у Миланы последний урок. Сегодня заканчивается ее первый класс, она переходит во второй класс уже. И сегодня у них проходит классный час. У нас такой получился первый год. Мы сначала поучились, потом ушли на карантин из-за ковида, потом опять поучились, опять ушли на карантин. Потом война началась, сначала не учились, потом дома учились. Вот такой вот сумбурный получился этот первый класс. Надеемся, второй класс уже будет нормальный, стандартный. Надеемся, во втором классе будет все уже по-другому, все будет хорошо. Сейчас я покажу вам, как Милана сидит на последнем звонке. Вот это рабочее место Миланы, ученицы первого класса. У вас сегодня последние занятия, да? Последние занятия сегодня? Да. Будешь плакать? Да? Когда настанет осень, я уже приду во второй класс поступать. Да. Смотри, сейчас у тебя сейчас классный час, посвященный последнему звонку, да? А потом я для тебя приготовил сюрприз, хорошо? Смотрите, я сделала вчера вот такие рисуночки. Угу. А сейчас я делаю себя. Вот пока голова и глаза. Пока что похожа просто на инопланетянина. Что ты? Как тебе сюрприз? Классно? У нас же праздник сегодня, да? Да. Ариша, знаешь, какой праздник сегодня? Какой? Милана первый класс закончила наконец-то. Ура! Она пойдет второй класс. Во второй пойдет, да. Осенью. Да. Смотри, цветы у нас есть, как на настоящем последнем звонке. Да, и цветочек у нас есть, и угощение есть. Подержи меня. Чего? Я хочу обморок упасть. А вы что падаете? Вы сужезависимые. Ребята, вы забыли главное. Подписаться, поставить лайк и колокольчик нажать. Да! Милаш, расскажи, пожалуйста, чем тебе запомнился первый класс? Дружбой. Так, еще чем? Только дружбой. Только что, что ребят с ребятами подружилась, да, с одноклассниками? Вообще, целый год с ними пробыла. Ну да. Особенно, когда урок. Весело, когда уже урок закончился. И нужно играть. А, тебе больше нравилось после урока с ними играть, да? Да. Думаю, что в школу лучше, чем в садик. А сейчас ты хочешь сказать, школа мне не нравится, я хочу на работу. Ты мне ломаешь мозг. Почему я тебе как ломаю? Как это? Ну ты ломаешь. И там потом закрывается. Мы сидели дома. Да? Нет, разве нет? Осенью, помнишь? Осенью начался. Нет, ну опять новая волна была, и опять мы дома сидели, помнишь? А, да, я думала, так войны еще не было. Ну, да. Потом после нового... А почему, когда мы сидели дома? После Нового года опять поучились, потом опять война, потом война началась. Да. Так что, по сути, ты в школу-то и не ходила, у тебя все дистанционка. Как интересно. И огромный вирус. Огромный вирус? Да. Я король вирусов! Давай праздновать? Будем кушать суши? Наливать тебе попсиколку? Да, мне хочется идти. Все, наливай. А что тебя интересует? Меня интересует только попсиколка. А смотри, а вот черненькие суши, ты же любишь такие. Я вообще люблю, только суши воняет. Ну, закрой и ешь. Ну как, вкусненько? Или ты еще не попробовала? Я
скажу великолепство. Глаза закрыла, так суши любишь. Если бы в школе кормили суши, ты выходила каждый день в школу, да? Угу. Когда Милана была маленькая, что она любила больше? Кричать. Ну, что она любила есть? Любила есть? Бананы. Когда совсем маленькая была. Так я люблю бананы. Ты будешь банан кидать тебе лед? Keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side.